Ранее в сериале. Мия. Мия, что стряслось? Где Алекс? Он ушел. У нас ничего и не выйдет. Нет, Мия, не говори так. Он же любит тебя. Но этого мало. А что у вас с Мухаммедом? Вы встречаетесь? Мама нашла у Эсама пустую бутылку водки. Мухаммед сказал, что это его. Он его защитил? Класс. А я вроде как скучаю и хочу поскорее увидеться. Мы разве не поженимся в будущем? Это что, предложение? Нет. Ид Мубарак. Ид Мубарак. Хотя я не праздную. А почему? Нерелигиозный. Ладно, я тогда побегу. Точно? Да. Почему ты не отвечаешь? Амира, что такое? Ты жалеешь о наших встречах? Да. Стыд. Ну, хватит. Круто. Что? Надея, твоя подруга, приглашает меня на ночь хны. Что за ночь хны? Ну, это типа девичника. Очень классно. Здорово. Еще как. Я ужасно рада. Ты не против, чтобы я пошла? Ты какая-то молчаливая. Что-то не так? С Мухаммедом все хорошо? Я это оставила. Как оставила? Мы больше не встречаемся. Из-за твоих родителей? Из-за алкоголя, что ли? Нет. Амира, я так радовалась за тебя, что ты кого-то встретила. Все нормально. Мы просто не сошлись характерами. Иногда такое случается. Правда? Да. Ты бы тоже не захотела заводить новые отношения перед тем, как уехать на год. Значит, он все же тебе нравится. Слушай, оставь меня в покое. Надоело. Ладно. Привет. Что ты тут делаешь? Я пришел к твоему брату. Почему тогда не заходишь? Амира. Это не лучшее место. Я хотел поговорить с тобой, потому что никогда ни с кем такого не переживал. Правда. Я просто поверить не могу, что от всего этого ты хочешь отказаться.
Но все равно ничего не получится. Мы что-нибудь придумаем. Как ты себе это представляешь? На Рамадан, к примеру. Просто будешь есть? Что будешь делать, пока я молюсь? Тогда и узнаем. Но я должна знать сейчас. Да перестань. До того, что между нами сейчас, достаточно. Поверь. А мне недостаточно. Недостаточно? Наверное, у нас ничего не выйдет. Ладно. Если хочешь, я буду молиться вместе с тобой. Да, но это будет только ради меня. Да. Но тогда это не по-настоящему. Нужно молиться для себя или для Аллаха. Но как тогда нам быть вместе? Хорошо. Но дело даже не во мне. А когда родятся дети? Как они должны жить? Ходить со мной в мечеть? Или сидеть с тобой дома? Во что они должны верить? Но до этого еще далеко. Почему ты беспокоишься? Почему ты не беспокоишься? Почему нельзя просто жить сейчас? Потому что меня это никогда не устроит. Ну-ка, отдай. Мухаммед, знаешь, религия для меня родина. Может, ты можешь жить без нее, а я нет. Этому не суждено быть. Забудь. Ты мне не нужен. Ты мне не нужен. Я тебе не нужен? Нет. Хорошо. Ладно. Это твое решение. Too much. I'm feeling us. Smile.
Play the victim, no fights, I pick some. Never been dumb, no bitch, I kissed on. Never been brung in a house and I don't call. No, never not one, my lungs can't take no more screaming and I'm done. Thinking one day you believe it that I love you, and I want you, and if I lost you, and if I lost you, then I'm going to. But the majority starting to favor more with me. You ain't mad, but you ought to be where I wanna be. Can't take the blame for insecurity, security causing you to war with me. War with me, obviously, if you wanted me, baby, I'd be where your heart would be. So when you're ready, stop guarding me, stop guarding. Да! Эй, примите в игру? А это еще кто? Она с нами. Подавай, Мира. Ладно. Ну, покажи, на что способна. Эй! Чего смеешься, дура? Извини. Мне же больно. Дай мяч, я подам снова. Извинись, нормально. Эй, отдай мяч. Ты как со мной разговариваешь? Я жду извинений. Я уже извинилась. Это ты раздуваешь из мухи слона. Дай сюда мяч. Эй, да ладно тебе, отдай ей мяч. Тебя вообще не спрашивали. Эй, не хами ей. Эй! Я не хочу играть с человеком, который не учился нормально общаться. Тесс, успокойся. Что? Отвали. Сама отвали. А тебе не жарко под этой штукой? Руки убери! С ума сошла! Отойди от нее! Неудивительно, что ты бесишься. Что? Эй, следи за своим языком! Эта курица не может даже нормально мяч бросить. Хватит грубить! Убирайся в свою Курляндию! Пошла вон отсюда! Прекрати немедленно! Убирайтесь отсюда! Не лапай меня, дура набитая! Давай топай! Сами вы ненормальные! Заткнись! Вали отсюда! Сама убирайся, тебя не звали! Никто тебе больно не да делал! Что с тобой такое? Пошла не вон трогай, отсюда! Ладно? Не надо мне рот затыкать! Ты уйдешь или не нет? Не смей меня трогать! Убери от нее свои поганые руки, идиотка! Уходите обе! Заткни свой рот! Свали уже отсюда! Что на нее нашло? Сама заткнись! Блин, да что с ней? Все, пошли, они того не стоят. Что с тобой? Я от тебя такого не ожидала. Ой, вы хоть отстаньте от меня! Амира, ты бросила ей мяч в голову, что за фигня? Вы вообще понятия не имеете! Чёртовы расисты! Это просто ужас какой-то! Платок на голове не нравится! В итоге я всегда остаюсь виноватой, потому что ношу платок! Мы только хотели помочь тебе. Не нужна мне ваша помощь. Да что я вообще объясняю? Амира! А с ними-то что? Понятия не имею. Что это вообще было? Thank you.
Кики, мы уже все посмотрели. Давай уйдем отсюда. Нет, я хочу, чтобы мне тоже сделали татуировку хной. Но, Кики, у меня голова болит. Идем. Тебе нужно попить водички. Ты сегодня вообще не пила. Амира? Я не хочу тут оставаться. Амира, привет! Софа! Давно не виделись. Как ты? Хорошо, а ты как? Хорошо. Это Кики. Привет. Привет. Мы с Софой были лучшими на уроках Корана. Ага, это правда. Кстати, поговори с ней по-арабски. Я ее научила. Как твои дела? Хорошо, спасибо. Ух ты! Ну, больше я ничего не знаю. Надо же! Подожди-ка, эй, Эрва! Смотри, кого я встретила, Амиру! Привет. Все хорошо, сестра? Да, слава Аллаху. А у тебя? Тоже. Привет, я Кики. Привет. Хотела рассказать вам про Ханин. Ханин ехала в метро, и ее там оплевали. В священный праздник. И никто не помог. Харам. Да, иногда становится страшно. Да, моя сестра до сих пор может играть в баскетбол. Серьезно? Черт. Почему? Что случилось? Вечером на Германштрассе. Трое на одно. Боже. Вчера на озере тоже была одна такая. Кричала, чтобы Амира уезжала домой. Я была в шоке. Да, добро пожаловать в наш мир, но тебе этого все равно не понять. Тебе это неведомо. Сестра, не расстраивайся. Мы сильные, мы будем держаться вместе. Да ничего ужасного. Ничего ужасного? Тебе промыли мозги? На меня каждый день в транспорте пялятся или дразнят. И не рассказывай, что с тобой так не бывает. Эрва, умерь свой пыл, ладно? Большинство же нормальные. Ты что, меня не слушаешь? Или ее? Тебе плевать, что случилось с моей сестрой? Да, мы... Привет! Привет! А вот и наша невеста пришла. Все хорошо? Да, у тебя? Кстати, а что у вас с Мухаммедом? Стойте, тот самый Мухаммед, который тусит с Амаром? У нас ничего нет. Чушь. Фатима мне что-то про вас говорила. Да, но больше между нами ничего нет. Просто погуляли разок, но не более того. Ты же в курсе, что он не мусульманин? Ты гуляла с немусульманином? Я же сказала, у нас ничего нет. Не слышишь, что ли? Что ты мелешь? Фатима видела на той неделе в парке, как вы миловались. Что ты несешь? Амира! У тебя что, проблемы, а? Хочу, чтобы ты перестала лицемерить. Что? Признайся. Ты хочешь стать немкой, как и твоя Кики. Теперь тусишь только с ними, да? Ты очень сильно изменилась, Амира. Что, прости? А теперь еще и спишь с этим кафиром. Шлюха! Амира! Амира, подожди! Амира, да что с тобой такое? Не прикасайся ко мне! Что случилось? Хватит лезть в мою чертову жизнь! Что тебе вообще тут надо? Ты понятия не имеешь, что тут происходит! Эрва была права. Ты никогда этого не поймешь! Иди к черту! Стыд. Переведено и озвучено по заказу онлайн-сервиса Море ТВ студии Double Rec в 2020 году.